Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию вот такую необычную приманку, которая уже опробована и на Днепре, и на Волге. Рекомендация очень хорошая. Ловит судака, сома, щука не пропускает. Выполнена на двойнике с удлиненным цевьем и со специальной огрузкой. Давайте приступим, и в процессе я вам все потом уже расскажу. Крючок двойник с удлиненным цевьем. Вот примотана дополнительно вот такая проволочка с колечком. Специально закреплена и посажена на клей. Но в чем особенность именно вот этой огрузки? Вот у меня в руках обломок вольфрамового электрода, который я один креплю вот сверху, а в нижней части я укладываю свинец. После этого выравниваю тело, и мы с вами будем теперь вязать наш стример. При такой огрузке он все время у нас будет идти жалом вверх, поэтому он считается со смещенным центром тяжести. Приступим. Промажем немножко клеем место крепления. Переворачиваем жалом вверх. Я беру, сразу креплю люрикс. Беру вот такой вот жесткий, который изготавливаю сам. Он не дает возможности закручиваться в мехе за счет своей жесткости. Если у вас такого нет, закрепите, пожалуйста, тогда любой плоский люрикс, который у вас имеется в наличии. Переломили. И оставили вторую прядь. Подровняли, отрезали. Оставляем в этом положении, крепим небольшой пучочек красного меха из песца. Вот так оставляем. Промажем немножко клеем, так как будем крепить еще мех. Теперь мы с вами берем хороший длинный пучочек меха песца. Желательно, чтобы был, ну как можно у вас длиннее. Толщина примерно 3 спички. Толще не надо, иначе он не будет играть достаточно в этой конструкции. Убираем подшерсток, поломанный волос. И в этой точке я его креплю. Но перевернем жало наше вниз. Прихватили. Пару виточков больше мы не
стараемся. Теперь берем, промажем еще клеем и также закрепим красный мех песца, как мы сделали это в начале. Подхватили, распушили так, чтобы наш красный мех равномерно облегал белый, вот так, как у меня. И теперь добавляем последний, третий пучочек меха. Собираем такую конструкцию потому, чтобы у нас красный мех был снаружи, а белый хвостик был внутри. Закрепили, разровняли наш мех, чтобы он равномерно закрыл, и прихватили. Теперь добавляем наш люрекс сверху. Немножко сбоку и сверху пару прядей. Раз, прихватили, переломили, и закрепили, подровняли. И теперь добавим с вами плоского голографического люрекса. Еще для большей привлекательности. Судак любит, когда очень много блестящего. Щука не пропускает. Да и у меня задача была изготовить стример, чтобы работал на глубине 6-8 метров. И огрузка, скажу я вам, получается порядка 12 граммов, если использовать два вольфрамовых сердечника. Если один, то будет получаться порядка 7 граммов. Поэтому вы сами для себя подрегулируете, каким удилищем и на какой глубине у вас будет происходить рыбалка. Потому что я всегда изготавливаю снасть под определенное место рыбалки. Вот так закрепили мы. Подрезали остатки, что мешает. И подровняем, посмотрим наш хвостик, что вышло. Вышло у нас симпатично. Теперь переходим к очень серьезному такому моменту. Это изготовление тела. Как я уже изготавливал такого типа тела, я обычно обматывал всегда фольгой, которая у меня имеется в наличии от обвертки. Но имея вот такую конусность, красиво и ровно обмотать будет проблематично. Поэтому я из этой вот такой блестящей ленты вырезал примерно шириной, ну, до сантиметра полоску фольги. И мы будем крепить сейчас немножко необычным способом. Вы сейчас увидите. Но он себя оправдывает больше. Крепим у хвостика, хорошо промазываем клеем
3, 4, 5, сколько у вас выйдет. Вам необходимо будет по диаметру, это вы потом уже увидите, когда я буду делать, и поймете, почему я делаю именно так. С небольшим нахлёстом, где-то порядка трети части толщины нашей фольги, мы крепим следующий, потом следующий и потом следующий, чтобы можно было потом вот так отвернуть и приклеить весь люрик, с которым мы с вами закрепим. Берем следующий, и так пока не сформируем. Вот у меня 3, ну как раз 5. 5 на мое тело, я думаю, будет достаточно. Если у вас несколько меньше, начните с меньшего экземпляра, а потом уже вам будет уже понятно и удобно весь механизм изготовления этого стримера, если понравится. И крепим последний элемент. Это практически не является даже материалом каким-либо покупным. Это часть упаковки, которую мы выбрасываем зачастую в отходы. Но учитывая то, что у меня правило изготавливать все по минимуму использования материалов, поэтому я и приспосабливаю в нашей с вами рыбалке практически все. Теперь мы с вами вот так промотаем, чтобы не было неровностей, скроем их все нашей ниточкой. Где-то так. Теперь мы берем и уводим к колечку нашу нить. И добросовестно промазываем клеем, который работает быстро, но у меня гелевый, у меня дает возможность работать чуть медленнее. Можно использовать момент, какой вы захотите, клей, какой вы подберете. Тот, который бы смог у вас качественно все это приклеить. Вот мы отклеили, убрали остаточки. И теперь я выполняю следующую операцию. Беру одну полосочку фольги и вот так аккуратненько ее натягиваем на тело. Как вы видите, она хорошо и равномерно укладывается у нас. Можно даже еще ее вот так подтянуть. И прихватываем здесь. Вот мы получили с вами несколько необычное тело. Теперь нам надо завернуть все наверх, промазать клеем и все отрезать. И подготовить эпоксидочку для дальнейшей работы.
Вот я подготовил тело, обрезал остатки, подготовил эпоксидную смолу, пятиминуточку. Желательно, чтобы вы подстелили что-нибудь, иначе объем у нас очень большой. Будет подкапывать смола однозначно. И аккуратно наносим ровным слоем эпоксидную смолу. Если есть какие-то у нас неровности, начинайте с хвостика. В трещинки, которые мы не смогли закрыть, чтобы эпоксидочка туда первым делом попала. И равномерно начинаем наносить. Как вы видите, эпоксидная смола все наши неровности хорошо закрывает. Процесс этот долгий, вам уже все понятно. Встретимся тогда, когда наша эпоксидная смола уже отвердеет. Вот мы подготовили тело, оно у нас уже немножечко отвердело, не окончательно, надо хотя бы, чтобы сутки прошло, но уже можно закрепить первое перо. Я подготовил два перышка, шартрез и желтое. Вы, как вам будет удобно и какого у вас будет цвета перо, выберите себе сами. Самое главное, это так, чтобы бородки были достаточно у нас большими, хотя бы в одном из цветов перьев. Закрепили и буквально 1-2 оборотов, сколько у нас выйдет. Поправляем бородки. Как раз у меня 2 оборота с половиной вышло. Закрепляем перо и отрезаем остатки. Поправили бородки и промотали. Подготовили место для пера шартрез. Вот так.
Вот мы дошли до пуховой части, это уже нам нежелательно. Крепим наше перо. Уводим все бородочки назад. Отрезаем. И здесь формируем головку. Так как я буду ее изготавливать красным цветом, я сейчас подкрашу нить и буду формировать головку красным цветом. Вот как вы видите, сделали мы головку для мушки, покрасили ее в красный цвет, и наш стример готов к работе. Желаю вам удачной рыбалки, до скорых встреч!